6 лет в египетских застенках находится украинский гражданин Эдвард Чикаш. Друзья и родные уверены, бизнесмена осудили незаконно, а условия содержания в тюрьме угрожают его жизни. Но все попытки вернуть Эдварда домой тщетны. Недавно он написал на родину письмо, о чем идет речь, расскажет Марина Коваль. Эдвард Чикаш родом из Ужгорода. Ему 45. Друзья говорят, сделал успешную карьеру. Сначала организовал турфирму в Закарпатье, потом переехал в Киев. И вот ему предложили возглавить восточное представительство украинской турфирмы в Египте. В 2011-м в одном из туристических автобусов компании на израильско-египетской границе среди багажа находят автомат Калашникова. И хотя Эдварда Чикаша там не было, его как директора турфирмы задерживают, обвиняют в контрабанде оружия и попытке организовать массовые беспорядки в Египте. На суде Чикаш все обвинения опровергает. У нас в неделю 3-4 тысячи автобусов передвигаются по стране. У нас 55 тысяч человек ездит на экскурсию в Вифлеем и в Иерусалим. Никогда ничего противозаконного в Египте я не делал. Но слова Эдварда египетский суд не принимает во внимание и приговаривает к 25 годам заключения. Друзья уверены, Чикаша подставили. Компания зарабатывала миллионы долларов в год, и бизнес попросту решили отжать. Была спланована эта ситуация именно для того, чтобы усунуть его от фирмы, чтобы, возможно, навіть заволодіти десь активами фірми, виконано тими людьми, які прийшли до влади тоді в Єгипті. Він був абсолютно мирна і весела людина. Ніяких мов про терориста, про заколотника тут просто це безглуздість. Версии о том, что украинца подставили, придерживается и лидер стоп-кора Роман Бачкала. В 2012-м он делал материал о судебном процессе над Эдвардом Чикашем в Египте. С тех пор поддерживает связь с заключенным. Вчера получил от него письмо. Дорогой Роман, не беспокоил тебя целое лето своей трагедией. Но теперь вынужден не потому, что наступила осень, а поскольку реально стало настолько невыносимо тут, что если в короткие сроки не будет хороших новостей, я как минимум сойду с ума. Чикаш жалуется на невыносимые условия содержания и на то, что дополнительные права сильно урезали. Он находится в тюрьме Тора. Это самая жесткая, страшная тюрьма в Египте. В ней отбывают наказание самые ужасные террористы. С ним в одном блоке сидят там лидеры Аль-Каиды, ИГИЛ. Да, и в этой компании находится наш соотечественник. А учитывая, что у Эдварда сложная форма астмы, он постоянно нуждается в медицинских препаратах. И сейчас ему запретили передавать лекарства. Дочь Эдварда Чикаша, говорит, боится за жизнь отца. Весной записала видеообращение к президенту Украины с просьбой помочь вернуть его домой. Письма пишет и сам Чикаш. Как рассказал его друг нардеп Роберт Горват, обращался к министру юстиции, в МИД, к послу Украины в Египте. Пока безрезультатно. Египетская сторона не хочет подписывать договор про экстрадицию. Египет не хочет нас чути, не дивлячись на то, что мы много торгуем с этой Украиной. И я бы, например, вдався уже до каких-то радикальных методов, для того, чтобы они нас понимали и вернули нашего гражданина домой. Нардеп говорит, через месяц запланирован официальный визит министра иностранных дел Украины в Египет. Он верит, что дипломат поднимет вопрос и об освобождении Эдварда Чикаша. Мы тоже направили запрос в МИД, но пока комментариев не получили. Марина Коваль, Екатерина Лысенко, Богдан Вербицкий, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер.